Маленький, еще один последний здесь мужчина. Да, собственно, у нас человек, который... Ты можешь начинать, презентации нету, на сайте нету. Начинай. Есть сайт. Да, команда у нас была маленькая, на все хватило людей. Да. Так, собственно говоря, наверное, многие из вас знают пирамиду Маслоу, да, Роберта Маслоу, американский психолог. Он утверждал, что, собственно, делать добро – это одна из основных ценностей и мотивации человека в своих работах. Собственно говоря, для того, чтобы чувствовать себя гармоничным, там, психологически стабильным и так далее, человеку требуется какая-то социализация и какие-то хорошие дела, быть хорошим. Вот, собственно, проект про то, чтобы взглянуть на проблему добровольчества немножко с другой стороны, да, через добротерапию. Вот, аудитория проекта, которые, да, это не те волонтеры, которые постоянно что-то делают и про все знают. Это люди, которые просто вот, пресыщенные городские жители, которые вот туда сходили, сюда сходили, а вот в приют не ходили. Почему приходили идеи? Вот. Либо люди, молодежь, которая страдает ерундой, и сама знает, что она страдает ерундой, неплохо бы страдать чем-нибудь хорошим на пользу кому-то. Вот. А суть и механизм действия сердца такой, что размещается в местах, в коворкингах, там, антикафе и так далее, такие точки, да, там, с QR-кодом щелкается, приходится на этот сайт, вот, где агрегируется, собственно, информация про то, где ваша помощь, ваши руки там, или ваши ресурсы могут быть потреблены там, сегодня, завтра и в ближайшие дни. К сожалению, вот вчера и сегодня мы очень плотно искали, собственно, сайт НКО, где по-нормальному хотя бы было представлено, откуда можно было бы агрегировать информацию. Оказалось, что уровень сайтов НКО очень низок, и нету, собственно, информации, нормальных календарей. Вот, пока не к нам. Вот, кстати говоря, несколько хороших сотрудничеств с теплицей, но, к сожалению, нормальных календарей, откуда цеплять данные для пасты, не было. В результате, прошарив весь интернет, более-менее нормальное решение оказалось парсить с контакта предстоящие события по ключевым словам. Мы там выбрали определенное количество ключевых слов, по которым это выводится в поиске, и оттуда их берем и выводим вот сюда. Все равно мероприятий пока мало выводится, да, будем искать новые ресурсы и добавлять формы для добавления своих эвентов и событий. Вот, ну вот так. Спасибо. Да. Вопросы через день.